Почему Николай Басков приветствует гостевой брак? Одна девушка или несколько потянет? У меня целая записная книжка. Натуральному блондину уже 47, а он до сих пор ходит в холостяках. При этом его сексуальная жизнь бьет фонтаном, уверяет Басков. Я уже говорил, у меня совсем нет проблем. Ну, что вы задаете? Молодой, красивый, состоятельный, что еще надо? И за примером далеко ходить не надо. Ого, это... Да ладно. Мне так приятно, когда у меня есть выбор. И каждый раз это какое-то новое увлечение, как допинг для меня. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда девушка понимает, что эти отношения, они не ведут к браку. Они просто для того, чтобы нам просто было интересно и хорошо вдвоем. Охотниц за богатыми женихами Басков вычисляет сразу. И таким доступа к его телу нет. Я матерый волк. Сначала ты увидел. А потом, естественно, надо пойти куда-то сходить вместе, поболтать. А там уже разведение. Ну, не на первом свидании, потому что меня больше вдохновляют мозги. Басков признается, ему по душе гостевой брак. Партнеры живут отдельно друг от друга, у них нет совместного быта и бюджета. А что, разве это плохо? А как все делить потом? За артиста переживает его подруга Олеся Судзиловская. Гостевой брак, мне кажется, у него другая проблема. Ему бы отбиться от них, от всех. Судзиловская вспоминает, именно Басков выдавал ее замуж. В машине, я помню, я сидела, ревела, говорила, что это на всю жизнь. И это сакраментальная кольная фраза, которую мы в семье до сих пор используем. Ну, не понравится, сказал он, разведемся. Накануне свадьбы актриса в пух и прах разругалась со своим будущим мужем. Бизнесмен Сергей Дзебань до сих пор благодарит натурального блондина за свой счастливый брак, который длится уже 15 лет. Он, честно говоря, нас помирил перед свадьбой. Помнишь, мы это на вертолете, ты весь в белом и с кольцом. Вот, и мы... У Олеси... Женил Дзебаня, да. Судзиловская, если бы да. Не я. И мы сбрасывали вот там большое количество, или 200, или 400 роз сбрасывали на съемочную площадку. Это было на лужайке в лесу. По большому счету, это Коля придумал. С тех пор Басков – лучший друг Судзиловской. Актриса даже своего Ньюфаундленда назвала Колян. Это в честь вас? Ну, я не думаю, что в честь меня. Мы с Олесей давно очень близко дружим. Безумно мной любимая актриса, моя подруга, человек, которая снялась в моих клипах. Мы вместе ездили отдыхать. Судзиловская уверена, за ней должок, поэтому делится, какая именно жена нужна народному артисту. Нужно быть искренней, вот какая вы есть. А если готовить не умею? Коля прекрасно может поесть в другом месте, он очень хорошо зарабатывает. Вы хотите замуж за Колю, что ли? Вы прям так и лично интересуетесь. Сватает, да? Да. Понятно, но она не одна такая. Баскову не важно, кто поведет его в ЗАГС, брюнетка или блондинка, для него в приоритете возраст. На 20-летних я уже не потяну. Каких потянете? Ну, от 28 и дальше. И до 50. Нет, все-таки для меня девушка должна быть помоложе. Но, кажется, Баскова уже окольцевали. На гала-ужине премии Муз-ТВ певец старательно прячет массивное золотое кольцо, которое сияет на безымянном пальце его правой руки. Почему кольцо не помолвочное? Неважно. Ну, значит, вы Олесе очень доверяете, но если она все-таки вам найдет невесту, можете довериться ей? Я открыт. Почему? Уже пора. Я посмотрел интервью 85-летней одной женщины, она сказала, если вы свободны, не сковывайте себя ни в чем. А когда вы встретите свою настоящую любовь, тогда будьте, пожалуйста, верны.